Что тут надо делать? Ну что, в эту будешь? Там тяжело, зайка, она тяжело поднимать. Давай вон в эту еще раз сыграешь. Нет? Да, у нас нету монет. Ну потом, давай вот тут посмотрим, что будет. Ну идем посмотрим еще что-то. Что ты стала? Пошли. Ого, намотали. А? Ничего себе намотали. Да, пачку намотал. Я вижу, вон он держит руках. Он не хочет поделиться. Куда еще идем? Показывай. М? Показывай, куда. Игрушки? А? Значит, не работает. А что ты встала? Что ты хочешь? Что? Эту? Она не работает, Заль. Но не работает. Идем. Или у нас деньги закончились. А может у тебя нету... Денег. Денег может нет. Свет, скорее всего, на карточке нету денег. Вон там... Я не знаю, тут монету надо кидать. Ну, идем еще посмотрим. На это? Сейчас посмотрим, может, уже денег нет. Не, есть еще. Давай, сильнее. Что мы там выиграем? Стой, сейчас, подожди, подожди. Сейчас остановится. Ну все, потом мы купим другую просто конфетку тебе. Смотри, какую, сколько очков выиграл. Сколько? Надо много. 30, всего лишь 30. Все? Еще раз сыграем. Смотри, сколько тут билетов. Еще раз сыграем. Будем? Ладочка, мы купим конфетку. Я не знаю, как ее оттуда доставать. Да. Угу. Свет. Ну я не могу, блядь, нихуя. Я уже третий раз тут пытаюсь. Понятно. Мила, играй, давай, бери. Да оно там не берется, эти конфеты. Это на один раз, Свет. Все, видишь, нет. Мы купим конфету, Влада. Мы будем вот этой ерундой заниматься. Доть. Смотри, здесь надо 500 выиграть. Надо крутануть так, чтобы вышло 500.
Ну что, говори, куда идем дальше. Показывай. Что там делать надо? Что надо? Да я не знаю. И что, что? И что должен? Сколько денег на карточке, ты проверила? Я еще на 50. Только не теряй, хорошо? Пошли, куда дальше? Ну, показывай, что. В это мы играли, да? В это? Играли? Что дальше? Да я не знаю, что тут делать. Ну что? Надо что, жабок ловить или что-то? Ну, давай посмотрим, что там Мила делает. А, прыгать надо. А, на бревно она должна прыгнуть. Все. Пошли. Куда еще идем? Во что еще поиграем? Давай в эту еще поиграешь, нет? А во что? Куда? А вы уже все там выкатали. А на горку уже не получится. Иди, мама посчитает эти, давай. Мы посчитаем билетики. Давай. Вставляем. Дима, иди поменяй на чек пока. На чек, билеты. Так не носись с этим, поменяйте на чек и все. И потом будет у вас, будешь видеть, сколько у тебя. Ну говори, что ты хочешь. А? Что хочет быть? Идем? Ого. Ты видела, сколько дядя выиграл билетиков? На 500 сделал и выиграл.
Ну что? Ну говори, кислая? Где, будешь еще тут играть? Не? А? Кислая, да. Что, пойдем сока возьмем? А? Да. Слышишь? Этому мужику сегодня однозначно прет. Он там крутанул эту херню и выпало у него 500. Там да столько... Так он только что выиграл на 500, 500 билетов. Такая кипа, я же тебе говорю. Он там встал, накидал копейки, у него вот такая пачка билетов. Ну потому что он, короче, понял, там если вот это крутить, надо 500 поймать. И он поймал, да? Он играет на том, короче, то, что дает больше билетов. Какой? Вон там, видишь, есть сок? Яблоко, вишенку? Вишенку? Что есть? Картошечку фри заказать тебе? Будешь? И мясо. Какое мясо? Да тут нету такого мяса, солнышко. Что у нас тут? Сейчас мы выберем. Так что, будешь картошку фри? И пить, да? Ну, вишневый сок, да? Да. В чашке. В чашке? Да. А ты хочешь чашки, тогда вот тут смотри сок. Из морсиков. Какой? Малиновый? Лада, иди и сюда, выходи. Сейчас подождем. Нам морсик малиновый и картофель фри один. Пока нет, я сейчас посмотрю. Давайте пока картошку фри я закажу и морсик. А мы здесь, мы здесь. Но чек не ваш. А, это ваше, да? Да. Садись. Так, дай мама посмотрит. Мама тоже что-то хочет. Сейчас картошечку сделают, солнышко, хорошо? Ну, пей аккуратно.
тебя снимаю. Я тебя снимаю. Куда? Ну, может, уже вышли со мной. Мы ждем картошечку фри, и потом покушаешь, и потом, наверное, уже будем ехать домой.